Итак, сегодня будем готовить классический рецепт варенья. Заливаем водичкой буквально на одну минутку клубничку и хорошенечко ее моем. Так, хорошенечко ее промываем. Дальше мы очищаем нашу клубничку от зелененького. Юля. Вот так вот. И складываем все в кастрюлечку. Всю клубничку перечистила. И теперь засыпаю его сахарком хорошенечко. У меня здесь 2 килограмма клубники. Я засыпаю 1 килограммом сахара. Оставляю клубнику примерно на 4 часа, чтобы она дала сок и пропиталась сахаром. Пока вместо нашего клубника пускает сок, я пока помою и простерилизую баночки. Вот так вот баночки ставим в кастрюльку, заливаем водичкой, они должны прокипеть 5 минуток. Все баночки я простерилизовала, крышечки, баночки. Ставим на огонь наше варенечко и варим 20 минут. Вот уже растворился весь сахар. Еще такой момент, когда наше варенье хорошо закипело, нужно обязательно сделать поменьше огонь и собираем вот эту вот пенку, которая образовывается, убираем ее. И так варим 20 минут его. Так, все, наше вареньечко готово, теперь будем его наливать в баночки, закручивать. Наливаем полные баночки. И закрываем просто крышечкой. Оп. Так вот придерживаем. И хорошенечко закрыли. Вот такая баночка варенечка у нас получилась. Баночки переворачиваем вверх тормашками. Готова фуфаечка. Оставляю так на сутки. Потом завтра переверну. Получилось 8 баночек вот таких по 170 миллилитров. И одна даже бонусная осталась. Вот такое вареньечко получилось. Можно открывать одну баночку, сразу кушать зимой.